Вот если честно, даже не знаю, как телефон зафиксировать. Что-то мне подсказывает, что он отсюда у меня улетит. Вот, втулочка. Зажимаем шпильку. Вот такой вот. Такой вылет делаем. То, что будет маленько бить, ни хрена страшного. У меня патрон ничего, кулачки дико уставшие. Чубоключ нормальный, заводской у него. Хрень. Сам изготавливал. Сейчас сверху я откалибрую, и все, готово. И в итоге вот такая вот резьба на шпильках получается. Напоминаю, что шпильки под головки мотоцикла Урал с алюминиевой рубашкой цилиндрах, и у них ровно в два раза увеличена длина резьбы для того, чтобы все это при нагреве с мясом не вырывало. Делается это из вала от триммера, который имеет 8 миллиметров в диаметре. Очень хорошая сталь. Вот такие дела.